Но все видеоноги были плохого качества. Стандартное начало матча Арсенал-Челси. Три кубка английской премьер-лиги. На поле. Одним из кубков игроки начинают играть. Новый мяч. Adidas представил. Невероятные разработки. Охуенно. Точно с дриблинга. Его необычная форма не мешает Фабригасу делать фантастический билет. Фабригасу не нужен куб в Англии. Интересно обратить внимание, как реалистично двигаются полоски на кубке. Они же реально. Даже они как будто подготовлены, сука. Как будто не глюк. Фантастика. Азил смотрит, как улетает от него кубок английской премьер-лиги. Символично. Фантастика. Приятно смотреть. Посмотрите, как мяч идеально вписался в днище кубка. Фантастика. Конечно, те инновации, которые я ждал от движка Frostbite на F18. Спасибо.